Что это там у тебя? Владюша, что это такое? Не знаю. Это какой-то таракан? Что делать? Он живой или нет, как думаешь? Я не знаю. Так что, будем узнавать? Как его пощупать, может, чем-то? Давай. Да, мы купили вот такой вот бизон, да? А там оказался таракан. Таракан! Это кто-то какой-то есть. Да ты что? Давай разбираться. Мы же смелые. Или нет? Да? И что, я работаю какие-нибудь зука? Давай. Давай. Смотри, тут такие штуки. Может, вот этот ножичек взять, попробовать им? Каким? Давай. А вдруг этот таракан живой? И не живой. Ну, давай, пробуй. А ну. Не живой. Не живой или живой? Ну давай. Ну давай. Так что не живой? Так что, не страшно ручкой взять? Не живой? Ничего. Ну давай. Ну давай же разберемся с ним. Я боюсь, что он живой. Боишься? Угу, а ты не бойся, давай. Давай я возьму так ножичком. Я буду руками. Ну что? Это какой-то. Езена матка. Владюш, ну что? Ой-ой-ой-ой-ой. Может, он все-таки не живой? Живой. Или живой? Убираюсь. Таракан. Может, это из магазина таракан? Вот это да, Владюш! Это он там. Это настоящий таракан. Или не настоящий? Не страшно? Что страшно? Что, боишься таракана? Не бойся, ну смотри, он же маленький. А ну еще дотронься. Ну что? Страшно, да? Что страшно, да? Он не живой? А ну возьми теперь в ручки. Ну что, ну не живой. Значит, все, нечего бояться. Это просто игрушка. Просто игрушка оказалась. Такой тараканище. Вот это. Подарок нам рождественский в лизуне, да? Вот это да! Не его. Да, обыкновенный вот такой был лизун, да? У нас таких много. И вот у нас есть лизун такой с шариками. Лизун. Таракан. Смотри, его подари. Я. Села. Подари. Они не знают, там таракан. Да. Вот такой. Вот такое тараканище, угу. Да? Ну, интересно. У тебя такая пополнилась твоя коллекция лизунов, ага. Да? И вот, покажи, да, и вот у тебя такой лизун, ага. Да? А это где, что? Жидкое стекло, да? Жидкое стекло. Ну, это мы потом как-нибудь видео снимем, да? Про жидкое стекло. Есть лизун специальный с шариками, да? Вот такая у тебя мини-лаборатория, да? Ну,
что, будешь опыты проводить над тараканищем, да? Буду. Уже не страшно? Ой. Веселенький тараканище? Он тебе уже понравился? Он даже не живой, оказывается. Оказывается, не живой? А ты думал, что он живой? Это просто лягушка, оказывается. Это лягушка-таракан. Да? Вот так напугал нас этот таракан, да? Есть такие. Кости. Вот такой оказался сюрприз в лизуне, да? Вот это сюрприз, и так вот сюрприз. Так, и я, вот они вот так вот в лизуне. Откатить меня там такая. Оказывается, не живой. Оказывается, не живой, да. Очень веселенький таракан. Сейчас опять туда в лизуна, да? Не страшно тебе уже с ним заниматься? А если его каталкой запутать? Пойдем вот эти вот.